Привет, это интернет-магазин Green Hall. Значит, в данном видео я вам расскажу про клей, которым можно клеить трубы ПВХ, клей для труб Бейли. То есть это очень хороший популярный клей. Значит, им можно клеить системы питьевой воды, бассейнов, орошения, канализации, вентиляции. Значит, может и твердые трубы клеить, гибкие. Вот, это самая маленькая баночка, то есть это у нас тут сколько, 118 миллилитров, 237, 437, вот литровый есть, 946 миллилитров. Значит, он здесь внутри идет с кисточкой. Значит, здесь такая крышка, которую надо будет сначала ее отверткой под или ножом внизу чуть-чуть ее поддеть, и только тогда ее можно будет открыть. Значит, я уже ее поддел до того, как вам показать. Вот внутри здесь такой клей белого цвета и щеточка сама. Вот такая щеточка, ей удобно намазывать на трубы. Вот, имеет очень резкий запах. Вот. Поэтому лучше где-то в проветриваемых помещениях это делать. Значит, наносите тонким клеем на трубу. И, засыхать тоже там от 2 до 32 часов. Лучше всего он у вас засохнет, высохнет. Но все зависит от температуры и от диаметра трубы.